В прошлом году житель села Уракеран Ярдымлинского района во время ведения хозяйственных работ на своем земельном участке обнаружил обломки древних керамических изделий. С середины августа Ярдымлы Лирикская археологическая экспедиция Института археологии и этнографии НАНА начала исследования на территории селения. На 4 различных участках были проведены раскопки и на глубине 2 метров обнаружены кувшинные погребения. Исследования показали, что возраст захоронений примерно 2000 лет. Несмотря на то, что найденные элементы довольно часто встречаются в Азербайджане, захоронения на этой территории имеют свои особенности. Цель текущих исследований – обнаружение памятников античного периода в южном регионе Азербайджана, включая проведение антропологического анализа, исследование ремесел и торговли, элементов социального неравенства и так далее. Хочу отметить, что данная территория имеет огромное историческое значение не только для археологии и истории Азербайджана, но и для Кавказа, да и в целом всего Ближнего Востока. Ценность находки заключается еще и в том, что вместе с погребальными кувшинами также были обнаружены образцы материальной культуры, в частности, остатки стекла, созданные под влиянием древнеримской цивилизации. Это показатель торговых отношений того времени. Исследования будут продолжаться до середины сентября. Находки будут задокументированы, отреставрированы и переданы в местный краеведческий и ведущий музей республики. Сабир Ализаде, CBC.